Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Начиная вот с самых-самых первых шагов, я сейчас покажу, как я делаю дырочки на контейнерах, на лотках для рассады. Я уже теоретически упоминала эту тему, когда показывала вам видео подготовка тары к посевам. Сейчас я покажу вам, как я делаю дырки. Раскаленным металлическим предметом, ну вот у меня... Ой! У меня отвертка. Я нагреваю на газовой плите, те и делаю такие хорошие, прям объемистые, хорошие дырочки. Это самый быстрый, самый простой метод. Раскаленный металл входит как по маслу. Можно, конечно, иногда, я пользуюсь вот таким, можно шуруповертом. Но дело в том, что вот у меня муж постоянно на работе, надо менять эти сверла, а я разбирать без него не люблю эту технику. Сломаю или что-нибудь обычно у меня лишнее остается. У кого есть мужчина под рукой, может вам помочь сделать шуруповертом. Или может сам все это сделать. Но так как я делаю все это сама, потому что мужчины мои на работе, я делаю вот такой вот отверткой. Это краткий-краткий видеоролик для того, чтобы вы, прослушав мою теорию, посмотрели еще на практике. Вот у меня старая отвертка, я ей много лет пользуюсь. Специально она у меня такая, потому что ей уже ничего нельзя делать, я ее, можно сказать, убила. Делаю 5 дырочек в лотке. Все, лоток готов. Сегодня буду набивать его землей и протравливать фитоспорином и привикуром. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука. Заходите в мою группу «Огородная азбука» Ольги Черновой. Там сейчас ежедневно выкладываю статьи, как вырастить большое количество рассады, томатов для продажи сегодня выложила. Потом, как сделать стеллаж из брусков с подсветкой. Все темы буду освещать. До свидания.